Ну что ж, господа, всем привет, с вами Кирилл, и вы на канале Кирилл Ги, и мы сегодня мы играем в криминалочку на сегодня на ролеплей Центральный округ. Мне здесь Кирилл Путбулови, не забывайте вводить мани по регистрации. Так как вы поняли, сегодня у нас новая серичка, во-первых, во-вторых, мы будем крутить голд рулетки. Большое спасибо такому человеку, как Станислав, за то, что выдал мне кредиты, чтобы я снял для вас видосик по поводу голд рулеток. Поэтому обязательно лайк поставьте, пацаны. Короче, ставьте лайки, пацаны, и подписывайтесь на канал. Погнали! Я думаю, давайте на фоне прям моря купим рулеточки эти. У меня есть 2000 кредитов. Не знаю, сколько это рулеток выйдет, по сути, но сейчас посмотрим. Так, купить вип-статус? Нет, нам вип-статус не нужен. Нам нужен рулет. А вот, голд-рулетка стоит 150. Окей, купил, купил. Так, у вас назначено азе коинсов. Отлично. Мне остается 50 донатов всего лишь, а было 2000, если что. Итак, давайте, я думаю, посмотрим, сколько у нас рулеток вышло. У нас вышло 13 голд рулеток. Ну, я думаю, в принципе, неплохо, пацаны, 13 штучек. Я думаю, это довольно-таки нормально. Поэтому сейчас будем, короче, крутить эти голд рулеточки. Давайте, так, для разогрева покрутим бронзовую рулетку, в принципе. Все равно у меня одна завалялась, поэтому это так, не в счет будет. У нас будет 13 голд рулеток, которые мы покрутим. А, окей, 8 XP. Ну, неплохо, ладно. Так. Голд рулетки. Окей, я думаю, давайте здесь, в принципе, здесь довольно-таки много доната и есть две машины. Я надеюсь, что нам сегодня выпадет либо деньги, либо хоть какая-то машина. Один миллион, пацаны, я выбил. 1 миллион. Блин, это уже нормально, в принципе. Ладно. 1 миллион, но я все равно еще не окупился, по сути, да? Но я все же выбил 1 миллион. Ладно. Окей, я думаю, чуть типа сумму не показала. 1 миллион, это довольно-таки тоже неплохо. Давайте еще азе коинсы, в принципе, и будет заебись. Либо машину. Последняя прокрутка, в принципе, и все, мы походу сегодня машину так и не выбьем. Да, выпадает экспиха, в принципе. Но зато мы выбили хотя бы 1 миллион, и это уже меня довольно-таки радует, в принципе. Давайте мы его заберем, наши все призы сейчас заберем, и будет заебись. Так, ежедневная рулетка. Блин, у нас сколько The Coins'ов осталось? 112 The Coins'ов, в принципе. Ну, такое себе, на самом деле. Я думал, то нам выпадет хотя бы что-то годное. Нам нужно не в донаты, нам нужно в мем. Окей, так, ежедневная рулетка, так, инвентарь рулетки, сейчас заберем наш миллион, который мы выиграли. Вот он, 1 миллион. Все, я забрал, кстати. Большое спасибо, кстати, подписчику. Он мне подарил лям 200. Сейчас его скриншот ВК, увидите у себя на экране. Блин, я выиграл 1 миллион, пацаны. Это довольно хорошо. Так, давайте посмотрим. Но остальное это чисто экспихи, пацаны. Чисто экспихи. К сожалению, да. Ну что ж, я думаю, на это будем заканчивать. Всем спасибо за просмотр. Выбил я миллион. Это моя первая такая, такой приз неплохой, который выбил голд рулетки. Хотя я редко кручу голд рулетки, но все же. Обязательно ставьте лайки, подписывайтесь на канал. И всем, пацаны, пока-пока. I